Главное управление МВД России по Красноярскому краю напоминает: не поддавайтесь на уловки мошенников. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте телефонным собеседникам дату действия банковских карт, CVV-коды на обратной стороне, а также коды и пароли из мессенджеров и SMS-уведомлений. Если у вас спрашивают любые из этих данных, берегитесь, вас обманывают. Если вам кажется, что вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в полицию.